Елизовская больница находится в очень ветхом, неприемлемом состоянии. При этом, к сожалению, в прошлые годы ею не занимались как таковой. У нас нету проекта, нету и не было и конкретных планов по строительству здесь объекта здравоохранения. Приезд Михаила Бертовича в 2020 году придал импульс, и нам сейчас предстоит в ближайшее время определиться с окончательной конфигурацией строительства на пятне застройки, снести тот недострой, который там есть, и с учетом этого выходить с документами на Минздрав России для того, чтобы уже заявка была рассмотрена и была возможность включиться в тот или иной источник финансирования.